Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. Харьков, 17 часов 17 минут, 24.02.2017 года. Изучая сообщения на своем канале YouTube, откровенно говоря, я последнее время крайне редко просматриваю комментарии, поэтому если информация уникальная, самый идеальный вариант – со мной связаться через Skype. Его вы можете найти в описании под роликом. Я сделал скриншот данного сообщения. Пишет мне Лука Грек. Здравствуйте, Вячеслав. Большим интересом уже длительное время смотрю ваш канал. Много чего узнаю для себя и своего общего развития. Спасибо за ваш труд. И теперь неожиданно для себя наткнулся на удивительное явление. Даже на два необычных явления. Возможно, что вам это тоже будет интересно. Буду очень признателен, если вы поможете выяснить, что же это было. Вот ссылка. Забегая вперед, Лука Грек, мой земляк. Пользуюсь возможностью и случаем, благодарю, уважаемый земляк, за данное видео, которое далее будет идти в ролике. Хотел бы немножко дополнить. Это уже третья попытка записать голос. До этого почему-то то, что я говорил на микрофон, по неизвестным мне причинам не записывалось. Ну, может, просто там что-то не то нажал, но или не доглядел. Но это уже третья попытка, думаю, финальная. Уже один к одному, конечно, я не повторю то, что я говорил предыдущие два раза. Но общий смысл постараюсь передать. Харьков – это космодром для НЛО. Это очевидно. В одном из роликов, а возможно даже в нескольких, я уже сообщал, как я с друзьями видел летающий объект очень близко. Находились мы на крыше 16-этажного дома. Вот. Ну, вообще, конечно, летающие тарелки летают везде, но подобное уникальное явление не всем удается заснять. Ну, в кадре все очевидно. Это космический корабль, межячеечный, межсотовый транспорт более высшего порядка. Возможно, из разряда Вайтмар. Подобные средства передвижения очень качественно могут закамуфлироваться. И невооруженным глазом крайне сложно, что бы то ни было, увидеть. Дальше пойдет ролик Лука Грека. Еще раз благодарю тебе, Лука, за замечательное видео. По сути, добавить больше нечего. Видео красноречиво говорит за себя. Сложно понять, будет ли это отражено, но вот вам очень интересное явление. Вот ночь. Вот небо. А вот на нем очень светлое пятно. Вот оно заканчивается. Никаких подсветок снизу нету. Только сверху. Сейчас у нас какое-то 16 февраля 2017 года. Время 10, это примерно часов вечера. Тут снова темно. Здесь темно. Там темно. Вот там вот проспект Гагарина, город Харьков. Там должно быть, может быть, светло, потому что там освещение. А здесь такая хрень. Вчера говорят, что это пятно было дальше. Получается, где-то примерно на километра два. На следующий день
Теперь уже уточнил, это действительно сегодня у нас 18 февраля 2017 года, город Харьков. Стою на том же месте, все то же самое. Ну и светящиеся пятна мы не обнаруживаем. Его просто нету. Но зато есть какие-то летающие штучки, да? Ага. Видно, да? Не ожидал я. То есть их я не вижу. А глазами они не видны. Снега нет. Капель нет. Видно, да, летают? Вот это круто. Проспект Гагарина. Ничего не светится. Ну, будем сравнивать. Пытаться разобраться, что же это у нас тут летает зимой. Остановлюсь. Да ты шо? Вот это круто. Вот это да. Мне прекрасно, я купил себе смартфон. Снимает то, что глазом не видно. Вот это круто. Снега нет. Дождя нет. Ну ладно. До следующих встреч. Ну а с вами по-прежнему Вячеслав Котляров. Спасибо большое, что слышали меня, слушали меня. Всего доброго, до новых встреч и спасибо вам большое за ваше внимание. Пока-пока.